И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, мой сын Ярик и Виктор Кошак, и сегодня мы играем в The Forest, будем поднимать вам настроение и выживать. Всем привет. Смотрите, ребята, у меня птичка в дом залетела. Блин, это классно, у тебя птичка на руке. Это птичка? А как она сквозь стену пролетела? Ну что, давайте, будем выживать, потому что за эту игру заскучился, будем все смотреть и изучать. Кстати, обновили графон, и не знаю, все круто сделано вообще, смотрится шикарно. Как фильмасик. Так, давай, Димон, давай как в старые добрые времена на рыбалку отправимся. О, давайте. Пошлите, ребята, на рыбалку, будем рыбу ловить сегодня. Это что у нас тут, факел, что ли? Да, я его поджигал. Он потух? Видно, дождь был ночью. Так, погнали. О, блин, у меня полбеды. Далеко-то не убегали. Тут уже самолет рядом лежит. А мы и не парились. Вот, Димон, туда надо нам, туда. Вот там вот это озеро. Блин, я не бегать не могу, устал, ноги болят. Ну иди, посиди, мы тебя потом найдем. Мы тебе рыбу сырой принесем, поешь. Там абориген бежит, смотрите. Показывай. Давайте его убьем. Вот бегает, что псих. Да не, это Ярик. А, нет. Не, вон по дереву полез. Ого, смотрите. Прикольно, да, сделали анимацию? Чувак, слазь, там высоко, ты упадешь, разобьешься. Да. Слазь. Давай. Оно будет... О, давайте дерево срубим. Давай, давай. Ребята, рубим дерево, где сидит абориген. Смотри, как он упадет. Блин, это... Барон... А где он? А где... Он что, читер? Блин, это было прикольно. Получайте бревном по голове. А может, он на другое, на другое дерево перепрыгнет? Не знаю, мы что, сейчас будем тут вокруг деревья все срубывать? И не нашли его. Да. Кто там пердит? Опа-опа, это он спрыгнул. Опять? Он с братаном. О, Димон, давай, мочим их. А ты чё на него руку поднял? Кусок ты дерьма засох. Ты не ударил. Ты чего? Держи, сопля. Они что, камень? Вы что, терминаторы? Аборигены вонючие! Блин, графон крутой в игре. А, все, я одного минусовал. Да, тва... О. О, фух, надо что-то пожрать мне сегодня. Блин, вообще рыбу пошли ловить или убивать аборигенов? И то, и то. Ой. Блин, мне отсюда похавать спасите. Бы неплохо было бы. Сейчас обиду возьму. Кого ударить битой? У кого есть покушать? Димон, сейчас посмотрим, меня, что сейчас. Есть. Есть мясо, да. Которое можем пожарить, но надо костер распалить. Ладно, ладно, пойду я. Где тут, где похавчик есть? Похавчик. А где ты, Димас? Димон, я могу тебе дать похавать. Ну давай, давай. О, птицу, может, съедим. Ой, я птицу убил, сейчас захаваем. Давайте, пацаны, расположим. Блин, где озеро? Тут где-то озеро было, не могу найти. А мы просто далеко ушли, нам надо туда, в той стороне. Тут где-то лужа должна быть вонючая. Ты где-то затерялся, Димасик. Не-не-не, я вижу вас, ники же отображаются. Я тоже вижу, давай, давай. Так что, бегу к вам, пацаны, все четко. Не-не, а мы к тебе. Хорошо, жду. Короче, я нашел. У меня очень голодаю, сейчас просто умирать начну от голода. Давайте распаливаем костер, мясо будем жарить. Давайте, да, у кого да, есть да. Что? У меня есть, короче, мясо птички. Свежее. Давайте, ребята, мясо. У кого есть. Давайте, делаем быстро костер. Разжигаем, Димона кормим. Все, Димон, давай, я ложу. Не-не, я тоже сейчас. Я сам хочу свою курку. Я тоже буду жарить мясо. Давайте. То, что самое первое приготовить. Все, давайте, каждый моя... по. О, как раз каждому по куску хватит. Сейчас я свое пожарю, подождите. Все, мы сейчас похаваем и пойдем дальше мочить рыбу. Ой, аборигенов. Рыбу. Вот я буду этого жарить. Ого, давай я сожру его. Блин, прикольно движушка выживать, как-то непривычно. О, пацаны, у меня кролик есть откуда-то, я не знаю. А как захавать? О, все, я ем. А че вы мне этого крокозябника ставили? Кого-кого, Ярик? Это Димон, твоя... ты хочешь еще кушать? У тебя давай, еще... давай. О, птичка, птичка ко мне прилетела. Давайте я убью ее. А, блин. Нельзя, кушать, нельзя. Димон, скушал уже, да? Все, ага. У меня полная. Я ничего не скушал. Витя, ты обманываешь, ты все съел. Твою. У меня даже половина желудка не наполнилась. Димон, иди, я тут пожарю сейчас тебе зайцев. Да нет, Ярик, все, пошли. Прудик, прудик. А как заяц, пацаны? О, рыба сейчас будет у нас.
Офигенно. Все, я вижу рыбу, пацаны. Ловим рыбу, наконец-то мы нашли. Давайте и похаваем от души так. Так, мое копье. Так, сначала воды попью я. Хочу копье пить. Отлично. Так, а теперь пока... рыбал. Ай, кто меня бьет? Опа, рыбку одну поймал. Вторую рыбку поймал. Есть, Димончик, есть рыба. А, рыбалочка. Отлично. Опа, она. Как тут рыба под камни уходит? Блин, не могу. Иди сюда, моя маленькая. Попасть не могу, я вообще сегодня, ребята, кривой. Может, ты палку крил? Смотри, какую большую Димон поймал, смотри. Вау, у меня три рыбы. Смотри. Ого, это чё, сом? Это кобака. Кобака. Мы что, всю рыбу убили здесь? Я, Арик. А, Димон, нифига себе. Ого, здоровая кобака. Ого. Прям шевелится, блин. Нет, я тоже хочу. Ах ты, говно. Иди сюда. Блин, вот там она, лягушка где? Прыгает. Какая-то рыба что ли спала? Это у меня. А, она дохлая. А, не мое место. Смотри. Дохлую рыбу ловил. Поймал. Нас красава. Дохлятину поймал. Так, Димон, не умничай. Еще одну поймал. Я чувствую, когда только дохнул. Давайте, у кого есть, собираем костер, жарим рыбу здесь. Соберем с собой рыбишки. Димас, ты настолько про рыбак, что только дохлую рыбу можешь. Ну хватит! Смотрите, сколько мы рыбы наложили на костер. Как долго ты ловил дохлую рыбу? Да ну хватит, Димон! Я... Дети птицы мне на руке, захаваем ее. Смотри, какая у меня рыба есть. Смотрите, пацаны, большая или маленькая? Дохлая, а не живая. О, кушаем, кушаем. О, нифига себе, рыба сразу соточку пополняет. А как тут попиться, водиться? Вот это мы поели здесь, пацаны. Вот тут еще дохлятинка ползает. Так, пойдем. Давай еще воды попьем. Поймал. О-о-о. Птица, давайте ее захаваем быстрее. Нифига себе, сколько мы рыбы жарим там, а мы съедим всю. Я птицу убил. Мне кажется, вас нельзя выпускать в лес. Вы все портите, экосистему ломаете. Да в смысле? Деревья рубаете, кусты портите, птиц убиваете. Всю рыбу сожрали с пруда. Не то, что Димас там дохлый ловит. Да хорош. Ладно. Что, давайте будем дальше продвигаться, идемте. Да. Давайте. Наелись, напились, все. Убегаем. Можем. Все, давайте. Чунгачкаки побежали. Робин Гуды лесные. Так, если что, у меня есть еще две рыбинки. О, там кто-то бегает. Побежали, побежали, пацаны, их двое. Двое. Доставайте топоры. Достал. Топорик. О, может их копьями фигачить? Подожди, а где они? Где они? Не вижу. Ну, давайте копьями их, вон они там, где. Я их потерял. Они вон там своими ножками перебирают, смотрите. Убийцы бегут. Нас четверо, как-то не страшно вообще, да, Димон? Интересно, а кто из нас абориген вообще? Мы, наверное. Ну да. Мы гоняемся за аборигеном. О, вот это ихнее поселение, Димон. О, а так они привели к поселению. Идемте разграбим их. Давайте, пошлите. Знаешь, аборигены думали, о, людишки приехали на наш остров, сейчас мы их покушаем. Блин, они нам тут все разрушают и нас жрут вообще. Сами всех съели. Да-да-да, аборигенов хаваем, короче, грабим их. А должно быть наоборот, они, наверное, думают, что такое? Что за люди такие странные? О, тут, кстати, веревка должна быть. Мне нужна, кстати, сейчас веревка. Давайте. Ломаем их не тотемы все, ты смотри. Всех аборигенов на костер, будем их жарить, кушать. Так. О, давайте тут жить будем, нормально у них хата здесь. Давайте подожгем. У них деньги есть, офигеть, у них деньги. Что не поджигается? А нельзя поджечь? Я взял... Старую кастрюлю. Вставай, о, мужик. О, смотрите, игуаны какие-то ползают. Нифига себе. Я копьем открыл какую-то простыню. Норм. Видите, вот эти ящички можно открывать копьем даже. Я видел. Прикольно. Так даже удобней. Что там? Ого, а в этом пруду здоровенный рыба плавает. Давайте рыбы здесь тоже наловим. О, я вижу, Димон. Ого, кабака! Ничего вот себе! Да я подожди, Димон, дай я на скриншот сделаю. Стой. Ого. Стой. Воу, Димон, это круто! Такая здоровая рыба!
Классная, да? Берем Никто ее. Не может такую поймать, как ты, Дима. Эта рыба, мне кажется, можно целую семью накормить. Целую семью. Я тоже хочу рыбу большую поймать. О, может поплаваем просто? Ой, здесь мутно, как у меня в глазах. Пойдемте отсюда. Я хочу тоже... Вот, большую рыбу вижу, Димон. Ах ты... Вот это здоровенная рыба. Есть, Димон, она... смотри! Ого, я вижу, вижу. Вот это... Ого, ребята, смотрите, какая рыбешина. Я тоже поймал, смотри. О, блин, Ярик поймал. Зато у нас через все рыбы мы голодные, пацаны, не останемся точно. А можно, знаете как? Виктор, ты можешь поймать? Попробую. Ребята, вот смотрите, вот когда вот в воду заходишь, ты начинаешь плавать. А если вот разогнаться и вот так вот прям в рыбу врезаться и копьем ее, вот так вот из, прям... А, ну давай, Димон, смотри, как я это сделаю. Говно, не получилось. Блин, я почти попал по рыбине с копья. Так. А я не могу в воздухе нажать атаку. Я могу. Можно, в воздухе можно нажимать атаку. Я нажал только что бочки. Не, мы ее распугали, пока прыгали. Надо вдоль берега пройти. Вау, прикольно. А, кстати, тут крокодилы есть, если вы не знали. О, давайте крокодилов помочь им. Только эти крокодилы, они где-то, короче, либо в горах, ну, они в таких, знаешь, речушках болотистых таких, надо их искать. Пойдемте наверх, на горы. Я хочу, знаешь, что, Димон? Кролик, пацаны. Да нет, Димон, ты куда? Наверх, я хочу крокодилов найти. Пойдемте крокодильчиков поищем. Димон, я отсюда в воду прыгну, смотри. О, это что, бомбочкой? Давай-ка. Это, короче, у нас... Ай, Ярик, сейчас столкнешь меня. Ай, Ярик, я умру. Прыгайте. Я ссу. Я первый. Давай. Ой, я прыгаю. Я тут игуану поймал. Воу. А что, классно? Давайте я тоже попробую. Круто. Я тоже хочу. Ну, давай, чувак, быстрее. Я хочу посмотреть со стороны, Диман, как ты прыгнешь. Ну-ка, ребята, мы прям наш какой-то у нас курорт отдых. Давай. Еще солдатиком. Рыбу поймал в конце. Да не. И Ярик. Ладно, пошлите дальше. Давайте в горы. Погнали. В горах там могут быть и крокодилы, и заморозки. В горах крокодилы, Димон, ты ничего не путаешь? Просто я видел где-то... А на деревьях живут олени. Все, можешь ничего не объяснять. А в болоте зайцы бегают. Да. Бейте я этого говноеда от этого, который бегает. Вот. Одного поймал. А прикинь, сейчас, Димас, такой на гору поднялись, там крокодилы. Я буду в шоке. Не, ну там точно крокодилов не будет. Могу уверять тебя. О, еще одно поселение аборигенов. Курорт. Только это уже с тотемами какой-то. Священные ритуалы проводят, наверное, здесь. О, бензин. Так, бензин? Да, бензин. О, реально, канистра. Давайте сожгем тут все. Я взял канистру. И я взял канистру. Ой, чуть черепушки посыпались, ножки чьи-то. Тут еще канистра есть. О, какие-то ягодки вкусные, я их похавал. О, не траванулся, значит, нормально. Как, ребята, совет от Димона Покемона. Как проверить, что ягоды съедобные? Съедаете, если вы не травитесь, то можно есть дальше. Димон, я помню это место, тут, где должна быть пещера. О, я чисто мало не тут кое-что. Тут не только должна быть пещера. Вот, идите за мной. Я кое-что хочу вам показать. О, речушка. Там должно быть крокодил. Крокодилы, да, Димон? Крокодил. Вот я говорю, они в горах живут. Это реально смешно. Какие? О! Болот! Смотрите, тут водопадик какой классненький, смотрите наверх. Ого! Водопадище. Фесь, там на том острове живодятся крокодилы. Я воды попью. Живодятся. Не только живодятся, они там еще и водятся. Погнали. А! Блин! Пацаны, выручайте! Они не. О, а может пойдем в снег, это, в тундру? Пацаны, спасите меня! Пойдемте. Я немного упал. Вообще-то, Димас, в горах, в снежных особо, там крокодилов еще больше. Там это, крокодилы с мехом, да? Да. Может быть, у тебя еще крокодилы на юг будут улетать? Помнишь, Димас, мы вот на ту северную... Пацаны, давайте плот запилим, на плоте поплаваем. О, или давайте в следующей серии. Ребята, если вы хотите, мы в следующей серии сделаем плот и будем плавать по океану. Прикольная идея, кстати.
О, кстати, да, акул будем, охоту на акулу откроем. А мы сможем убить ее? Конечно, мы... А знаешь, сколько там из нее мяса выпадет? Так, вот, если мне подсказывает интуиция, если мы пойдем дальше на север, то найдем крокодила. Пойдемте. Они живут на холоде. Все совпадает. Наша учителька говорит, крокодилы улетели на юг, теперь на север улетели. Все совпадает. Улетели. Перевозят их просто. Че, Димон, тут холодно становится, тебе не кажется? Это просто ночь. Может, костер разведем? Да, давайте наверх. Давайте сделаем тут небольшую базу. Я просто мечтал всегда пожить на горе. С крокодилами. Во, снег начинается. Давай не будем прямо на снегу, давай тут на грани. Вот это классно. Сейчас, смотрите, крокодил тут будет. Давайте большое огнище, кострище разведем. О, смотри, кабан, кабан, кабан. О, я же говорю, крокодилы тут. Пацаны, давайте, идите сюда, у кого есть камни? О, реально кабан, Димас, давай кабана гасим. Еще один камень надо. Блин, кабан, ну ты убежал. Блин, ничего не видно, вообще жесть. Тут как, какой-то жопин. Ой-ой-ой. Меня кабан погрыз. Ах ты говно! Кабанихная! А, убил меня, кабан меня убил. Блин, он и меня мочит! Кабаны. Димон, меня кабан убил тоже. Меня тоже. Так, сейчас, папа, я тебя поднимаю. А меня кто сегодня? Как этого кабана убить? Нифига себе кабанидзе. Блин, классные приключения у нас сегодня получились. Офигеть, кабаны, вы что, неадекваты? Ну, смотрите, сидит спокойненько там, жрет что-то какашки свои. Не, я его не буду трогать, пусть уйдет дальше. Еще один пришел. Ай-яй, меня кушает. Пошел сюда. Это что, нападение кабанов? Короче, давайте пожарим рыбы. Еще один, Ярик, тебя кабан бьет. Ну, кабан, подавайте. Ай, меня убили тоже. Блин, я ничего не вижу. Да что, мне кабан опять бьет? Да что такое? Атака диких кабанов или что это такое? Папа, поднимай нас! Я валяюсь, как дурак! Это жесть! Кто там живой? Живой! Витя, ты живой? Да-да-да. Давайте ставьте. Поднимай нас быстрее! Зато мы кабана убили. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон. Как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в The Forest. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Давно мы не играли в эту игру, будем выживать, искать приключения на одно место. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Димон, я хочу добыть еды, потому что у меня нет еды, а она очень нужна. Да. Так, у меня из еды тоже не особо много, потому что я этот, только батончики. Вот я умный, на костер наступил. Больно. Да, буду знать, может, что это больно, наш да? Домик прошлых серий. Ай! Так горит, я тогда не блин! Снимал этот... Как за. А, все, та жопа горела. Жопа, да, загорелась. Так, что у нас тут есть? Ягод так. Нету. Давай тогда поисследуем, что ли, мир, наверное, да? Давай, ищем приключения на пятую точку. Побежали. Так люблю исследовать что-то. Тем более, игру обновляли много раз, а мы этого не видели. Так, там, палки, кстати, зимний биом, но нам нужны теплые вещи, чтобы туда идти. Мы, наверное, не, еще не готов. О, ягуар, здорово. Как ты, кабан? Кстати, Димас, ты хочешь крокодила найти? Крокодайла? Да. Хочу. О, кстати, я это загасил. У нас есть мясо, Димас, добывай. Там с этого челика ты сможешь забрать броню сначала, вот броня, а теперь мясо бери. Ты так рассказываешь, как будто я ни разу не играл. Да я рассказываю зрителям. Ага, понял. В курсе были. Опа, Димас, ворону, прикинь, схавал. Ты? Не, ну не схавал, а мясо добыл с вороны. О, можно птичку в воздухе лупануть. Ребят, что только не приходится делать, когда выживаешь. Конечно, блин, классно, графон. Такое себе удовольствие. Так. О, видимо, воробья тоже покушаем. Короче, я так понял, здесь надо, Димас, будет капканы для кроликов делать. Здесь их очень много ходит. Так, вот впереди интересная очень лачуга, давай. Это понимаю, лагерь. Да-да-да. Диких этих... людей. Ганнибалов этих, так сказать. Ну да. Они что, едят людей? Конечно, Димас, они их вон. Так мы тоже можем есть людей. Ломай их, не тотемы. Что, Димас, тогда будем есть? Наши палки. Все наше. И вот это тоже надо разломать. О, у них какие-то эти... А, у них газировка была, кстати, прикольно. Они газировочку пьют. Ну, я видел, даже челик ночью с фонариком бегал. Так, смотри, что... тут есть палатка, в которой можно спать, офигеть. Во, будем знать.
Да, вот такие палатки туристические. Мы в тех сериях давно еще здесь были, я помню. Мы даже в пещеру спускались, потом сразу назад. Потому что у нас ничего не было. Пещера, Димас. Не-не-не, я не готов. Давай в следующих сериях. Нагоняем обстановочку, ребята, ну, да. Если вы поставите много лайков. Да пусть в комментариях напишут, идти нам в пещеру или нет. Да, ребята, пишите. Потому что мы не уверены пока что. Ну, Димас больше всего. Сейчас будет рыбалка у нас. Достаем копеечко. Вот, здесь водятся эти, знаешь, кто? Кто? Крокодайлы. Крокодайлы, да. Кстати, так, ищем. Какие-то рыбы огромных. Смотри, пойдем посмотрим на них. Сейчас я хочу прям по озеру так обойти. Ой, это... я хотел сказать крокодил. Это... это бревно лежит. Так, у меня есть копье. Кстати, копье можно бросаться. Так. Крокодилы здесь очень хорошо маскируются. Могут так прям выпрыгнуть там, где прям, кусты. Их прям здесь нету, Димас. Я знаю, где они водятся, но их прям тут нету. Они в таких больших водоемах не сидят. Так, я хочу рыбу поймать. Не вижу ни одной рыбёхи. Потому что вон рыба, Димас, вон впереди там. Она короче, посередине озера, понял? Как же рыбу подманить к себе? Может, меска кинуть, не? Да, не, она-то что, пиранди, что? Не знаю, Димас, я по этому поводу. Вот, эти штуки для чего делают, я не помню. Какая-то интересная конструкция, я, правда, не знаю, что это такое. Я сам не знаю. Очень интересно. Речушка. О, звук такой классный, ручья, мне прям нравится. Да, классненько. О, грибы, сейчас похаваю. На. Чё рыбы нет? Да как так-то? Я из игуаны бегаю. О, кстати, Димас, я поймал игуану. Мы ж помнишь, ловили рыбу в прудах? Кстати, нам надо, знаешь, что еще найти? Котелок, чтобы водичку кипятить. Так, сейчас все найдем. Котелки, давай, идите сюда. Давай сначала я тебя найду. Где ты? А я вот сзади тебя. Вот, вижу тебя, Димас. Так, я себе сначала броню одену, пускай у меня будет чуть-чуть. Есть, броню. Птичку попал, четко видел? О, копьем. Блин, рыбы нет. А нет, есть уже потихоньку, Димас. Хочется. А у нас о, есть. О, смотри! Давай, быстрее, Димас, вот да подобные эти. Есть. Все, ребята, сейчас будем костер разжигать и жарить кабана. Ящерицу и кабана. Давай. Чпонькс. Димас, ты мясо разделищик. Ну. Трофей. У нас есть трофей. Так, ну что, будем тут разжигать? Давай будем жечь. Вот, кстати, Димас, здесь как раз таки крокодилы водятся около таких. О, вижу этих охотников. Смотри, 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 вон они там. Тихо, присядь, Димас, присядь. Иду, сел, стал, сел. Они, походу, на кого-то охотятся. Ну, эти. Аборигены. Не адертальцы, да, аборигены, они на кого-то охотились. Видать, так. Либо за ними крокодил бежал, либо они за крокодилом. Ну, кто-то за кем-то бежал. В общем, давай здесь, да, разведем костерчик. А то я что-то и пить, и есть хочу уже все. Так, какой кнопкой открывать книжку? Б. Так. Книжку, да, Б, давай. Такой маленький, походненький этот костерчик разводи. Во. Вот это то, что нужно, Димас. Отлично. Так, я листочков добавлю, чтобы разгорался. Так, я... Димас, давай. Во, погнали. Блин, я не то нажал. Извините, я не то нажал. Сейчас все будет. Дубль 2. Погнали разрушать там. Давай, Димас, я пока буду караулить, а то вдруг еще на нас нападут. Да. Придут на запах жареного мяса. Зачем оно нам надо? Крокодилы могут мимо пройти. И аборигены, и кабаны. Все, Диман, два куска положил, жарится. Во. Нормально. Кабан пошел. Давай подкинем больше, чтобы... Ого! Что случилось? О, дождь начался. Я впереди кого-то вижу. А, это кабан. Так он что-то в крови какой-то, не? Ну, мы под листвой. А, нет, не под листвой. Он классно, потихоньку классно. Кухнуть будет сейчас. Прям атмосферненько дождь так пошел, все четко. Во, я себе, кстати, хп восстанавливаю, когда кушаю. Ну? Смотри, кабан идет к нам, вообще борзевший. Давай его еще лупанем. Захотел. А? На запах жареного мяска, да? Смотри, сейчас копье в него завпульну. Блин. Копье. Блин, я далеко сильно кинул. Димас, он тут... А, нет, он за нами. За нами, Димас, спасай. Где мое копье? Вот мое копье. За мной. Аборигены! А, за мной кабан. Так, Диманчик, я на крысу сел. На. Убегай, лучше ты умрешь. На. А. Неандертальцы. Ты меня видишь, что ли? Срочно. Берем топоридзе.
Чё ты, иди сюда, мужик. Опа, пацаны, вы чё? В воздухе топором. Я изучал очень много боевых искусств. А, ты чё? А, пацаны, чё, убил пацаны, так быстро, пацаны. Что ли? Тебя убили? Так у меня вроде всё полное было с одного раза, что ли? Ого, ливень пошёл, холодно. Холодно, конечно, ну а чё поделать? Блин, прям круто, прям всё блестит. Димас, когда побежишь ко мне, ты нечаянно этого... На кабана, либо на крокодила напарись, короче. Хорошо. Они вдвоем ходят. Ползают. Так, далеко короче, бежать. Аборигены еще новые пришли, короче. Блин, это жесть, Димон. О, тут с дерева что-то упало. В каком-то треугольнике этого нападений. Так, мне надо, короче, как-то ХП отрегенить, я не знаю. Бегу, бегу. Блин, а через реку мне плыть? А, вот так можно пройти. Во! Нашел эти специальные ягодки, которые восстанавливают все. Далеко мы с тобой, Димон, забрели. Да, далеко, ну а что поделаешь? Включим зажигалку. Ну я подлистываю, короче, под деревом. Так, я уже приближаюсь. Блин, боюсь, что они меня сейчас замочат здесь. Так, копим энергию. Я аборигенов убивал, троих. Понял. А один куда-то смылся, который тебя ел. Да он вообще самый голодный оказался. Покушал и бежал. Так, 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 как туда попасть? А, вижу, все. О, когда кушаю, целое путешествие. КП себе. Я тебя, Димас, вижу, вон твое имя там. Да-да-да, я через реки плыву, через моря. Понял тебя. Мой труп здесь, я уже слышу его запах. Я сейчас вот это приготовил нам покушать. Ну, у тебя, наверное, покушать и так есть, так что я поэтому скушаю. Так, у меня хп нету. Полный живот. А ливень вот. Идет. Идет, идет. У нас тут еще и темень конкретно. И рядом с нами, короче, есть пруд с двумя крокодилами и два кабана бегают. Все, Димончик, я подобрал свои все вещи. Давай. Вот здесь, короче, так расположился, видишь, да? Да, красавчик. Ягоды лупану. Не, подожди, а ягодки нам нужны? А я их уже съел. А у меня есть мясо. А, ну тогда можешь это вот, мяска тут насыпать нам. Ой, блин, сейчас опять костер поломаю. Любитель, да. Все, Димон, жарю, жарю мяско. Я, ну я вообще не голодный. Это тебе. Я пока пройдусь, посмотрю, где тут крокодилы эти ходят. Блин, ночью вообще стрёмно, да, гулять? Прикинь, подкрадутся нам и съедят нас. Хоть фонарик бы дали. Крокодил, Димон, я вижу, вон он. Где? Я пошутил. Димас, что так пугает? Реально крокодил. А вдруг? Игре, друзья, ну что ж, мы продолжаем играть игру с Димончиком The Forest. Эта игра очень классная, она мне очень понравилась. Ну, мы будем начинать. Димон, здоровайся. Здравствуйте. Так, продолжаем. Расскажи, а что это выкинуло? Это дельфин или акула? Это акула. Кит. А, не да. Не, акула, по зубам вижу акула. А можем ее, да? Расфигачить. Не знаю, я ни разу не пробовал ее что-то с ней. Ты отрубал. Офигеть. Ты голову отрубал? Она здоровая. Ребята, голова здоровенная. Это ей можешь даже драться ей. Давай черепаху. Давай, где черепаха? Нам надо панцирь, чтобы это, да? Да-да-да. Воду собирать. Наш дом никто, да, не разрушит там. Во, все, панцирь. Бери. И я взял. Все, пойдем, пойдем. Побежали. Домик классно отображается на большом расстоянии, это очень большой плюс. Да, он, да, это классно. Он через всю карту будет отображаться, независимо, да, где мы будем? Через всю карту. А, чуметь. Ну, усталость уже очень не так удобно. Быстро, как я думал. Есть. Во. Все, вот здесь будет вода скапливаться. Кстати, воду можно пить всяких из ручейков, можно пить. Только из моря не пей, она соленая. А, я не знал, хорошо, что ты сказал. Так, давай пошли исследуем. Куда можно еще тут прикольно сходить? А, можно побежать в этот... Вон, на яхту пойдем, на эту. Пошли. Там, кстати, разные всякие ништяки тоже есть. Пошли за ништячками. Побежали. Только за... Так. Только давай сначала энергию восстановим, потому что тут акулы могут еще водиться. Так. Блин, мне что-то уже и плыть не хочется. Блин, какой графон классный.
Вот так смотришь, глаз не отвести, как будто в реальности смотрю. Нет, акул нету, я их не наблюдаю еще. Все нормально, акул пока нету. Плывем. А ну-ка, давайте нырнем. Ой, классно-то как. Тут можешь собирать, кстати, под водой всякие тоже ништяки есть. Ладно, походу здесь плывем, еще акулы пока плывем. Давай быстрее ускоряйся, Димас, на шип. И плыли, поплыли быстрее к лодке. Плыву. Ты меня пугаешь, когда говоришь, мне страшно становится. Я приплыл. Я понял. Так, я есть. Я здесь, то есть. Вниз можно спуститься. Это как получается яхта. Да-да-да. Только ты присядь, вот, все. Смотри, здесь сколько всего много. Собираем все, собираем. Тут даже комната есть. Каюта. Да. Миссинг пропал. Прикольная каютка, кровать такая прям. Нельзя открыть ничего. Так, иди тут все. Я тут уже собираюсь, или что я тут. Видишь, тут в некоторых местах уже ничего нет. Там или что это, куда умер чувак? Здесь даже спать можно на лодке, офигеть. Да, я вижу значок спать. Ну все, в лодке, я так понимаю, больше ничего нету. И ништячки собираем здесь, узнаем, как все это было. Так, здесь у нас что-то есть еще? Вот бы в реальной жизни себе такую яхту. Фу, вот это. О, веревка. Сейчас... Веревку, да, подбирай. На носу там лежит. У нас вещи дублируются, да, и у тебя, и у меня. Если я заберу, у тебя тоже, да, она будет? Нет. Тут только, знаешь, эти фотографии, они дублируются, а остальное нет. Остальное для каждого свое. Понял. Так, это осторожно, давай первый спущусь, просто акулы здесь. Это опытно уже. Все чисто, побежали на берег. Поплыли. Блин, игрушка классная. Мне нравится очень она. Сейчас по берегу побегаем, сейчас поищем. Угу. Нам просто нужно всяких этих посмотреть. А, нет, давай по лесу. Нам нужно найти, знаешь, что? Копье специальное. Рыбу ловить. Ты тут ручейки вот, какие-то есть. Пошли следом. Надо я мясо могу... нам добыть. Смотри, что я делаю, видишь? Да. Я могу мелочь. Я... Так вот, если буду простукивать, короче, я могу мелочь добывать. А мелочь нужна для бомбы. Ой, они хотел дать. Так, ладно. О, где чайка. Я чайку убил. О, есть. Нет. Смотри, я голову держу чайки в руках. Слишком маленькая, я не вижу. Пойдем. Перья есть. Как ее выкинуть? Не надо нам чаечка. Надо. Игра такая жестоковатая. Животных убивать такое. Ну блин, это выживать. Или ты умрешь, или убьешь животного. Что ты... Блин, уже темнеет. Да-да, пойдем к домику. Блин, как же все красиво. Так даже захватывает все. Такая игра, как на исследование. Прям. Сейчас я покажу. Коломбо какой-то. Хоть мы можем защититься теперь в домике, это класс. Так, спать еще нельзя, но можем теперь заглядывать. Ха! Класс. Так, подожди, сейчас я сначала это... Сделаю нам покушать, иди сюда. Иду. Так, все, я покушать сделал. Что-то костер не ярко светит. О. Сейчас я его сейчас это, ну, разожгу сильнее. Не, и так нормально уже видно все стало. Так, ждем пока. У нас сделается. Так, есть еда, я уже кушаю. А, кушай, я сейчас тоже покушаю. Да, все нормально. Еда энергию восстанавливает. Да, я вижу, да. Во, знаешь, что будем делать? Сейчас как поспим, пойдем охотиться, во. Во, я не против. На охоту пойдем. Нам просто пусть нужно растут у вас и нашего дома. Еды добыть. У нас уже еды только если этими батончиками питаться. А в доме нельзя только... костер развести? Можно. Но не нужно. Может сгореть? Я не знаю. Пробовать, Димас. Было прикольно здесь в доме. Просто еще в зафоресте есть дожди, и тут много, и тут разное все. Угу, погодные я условия, получается, есть. Сохранись пока что. Сохраняюсь.
Давай я пока пособираю немножечко всего. Хранились? Отлично. Так, я тут прям подхожу к двери, я нажимаю постоянно. Она сама открывается. Сейчас я посмотрю, что-нибудь можно сделать нам. Сейчас посмотрю. Угу, давай. Блин, ничегошеньки не видно, только возле костра. Ну, так и должно быть, по сути. Это и есть реалистичность. Вот, скамейку сделал я. Чтобы сидеть можно было, да? Да, и отдыхать можно вот так вот на ней. Ты что, бревно кинул на пол, есть вот уже скамейка тебе. Спать можно, Димон. Ну, подожди, пока не спи. Вот, я скамейку сделал. Угу, вижу. Только она плохая какая-то. Давай я уберу, мне не нравится, где она стоит. Чё, нормально? Возле нет. Дворика, как у бабушки. Да зачем? Дело терло. Ого, она развалилась. Ого, доска отлетела. Не, давай поспим, ничего не видно просто, очень темно. Сейчас, подожди секундочку, мне просто я хочу... Вот, сейчас я вот тебе прямо около костра сделаю. А, чтобы ноги греть. Да. Сейчас. Ты можешь пока зайти в дом. Да ничего страшного. Возле костра, там темно, ничего не видно. Есть. Вот. Смотри. Я дай сяду, а ну-ка. Вот энергию восстанавливаешь себе так. Ага, понял. Прикольно. Все, пошли спать. А! Я загорелся. Подхилился немножко. Вот, все, есть. Нормально. Ты живой. Всё. Пойдем поспим тогда уже. Угу. Так, Зет. Сейчас пойдем на охоту. Отличненько. Есть такая буква. Все, ребята, опять у нас утро, красота. Туман такой небольшой в лесу стоит. Так, на охоту ты говорил, да, идем? Нам сначала подкрепиться. Покушай батончиков. Угу. И выпей эту, что-нибудь там, водичку. А то лекарство. Ну ладно, нормально. Все, полно у меня. Так, все, пойдем. Пошли мяско добывать. С самого утра. И не только мяско. Мы будем просто смотреть, изучать тут что-нибудь. Угу. Тем более сейчас самая рань как раз. Мы сейчас нагуляемся. О! Тут попить можно, Димас. Хочешь попей? Это вода нормальная. Я понял. Сейчас я пособираю здесь. Тут сундучки. Но она не очень нормальная, но пойдет. А как определить, нормальное от ненормальное? Ну, в болоте лучше не пить. Это типа болото. Здесь лучше рыбу ловить. Ага, тогда не буду тут пить. А, ее надо кипятить. Во, воду, надо прикипятить ее будет. Да не надо, лучше уже. У нас есть сборщик воды. Ай, вообще ничего не видно. Блин. Как в лесу каком-то гуляю. Прям хочется туда пойти, вот так на полянку выйти. Да, дикая природа здесь, не спорю. Ты где? Да я вот сюда наверх пошел. Наверх? Ну вот, я вон я. А, вижу тебя. Вот варан. Блин. А ну-ка. Ну, бегай. Ого, он быстрый. Бегай. В реальной жизни варан может больно укусить, и он ядовитый очень. Куда ушел? Да я тут, короче, бегаю, крышу, кусты, все ломаю. Он кругами, короче, бегает, смотри. А их трое варанов. Он кругами бегает, сейчас я его поймаю. Заяц! Где заяц? Ударил я его, не? Так. Да ладно тебе, варан, успокойся. Не, я его так не поймаю, он очень быстрый. Так прикольно бегает. Идите отсюда, кусты. Они очень быстрые. Да, его тяжело поймать. Давай что-нибудь попроще. Попроще? Вот сюда, Димас. Я думал, медленно будет ползти, может там со спины подойдет. Херак сам. Палка торчать. Во, палку нашел, которую рыбу ловить. Нашел. А, это не она. Или она. Не, это не та палка. Во, палку нашел, которую рыбу ловить. Видишь у меня? Да, я вижу острое копье. А как ты рыбу увидишь? Она тут маленькая очень. Сейчас. Нашел. Во. Так, одна рыба есть.
Блин, уже я взял эту палку, я тоже хочу. Давайте дам, попробуешь половить. Ой. Вот, у меня тоже есть. Смотри, нет, Дима. Нет, это не то. Так она вроде как заточенная. Да, она заточенная? Да. А, да-да-да, попробую, найди рыбу и попробую ее воткнуть. Да я не вижу здесь ничего, никакой рыбы не вижу. Ой, нашел рыбу. Сейчас. Поймал. Блин, я не вижу ни одной рыбки здесь. Она очень маленькая. Ну, не очень маленькая, но она присматривается. Да вода грязнючая здесь, она черная, как смола какая-то. Ничего не видно. У меня уже три рыбки. Бы одну поймать. Блин, ну я не вижу в этой воде ничего, не знаю, как ты ее видишь, у меня очень все затемнено как-то. Может, так игра расположена, что так должно быть, но мне плохо видно. Так, я тут уже три рыбки поймал, здесь вроде рыб больше нет. Пойдем в то же озеро болотное. Пошли. Надо в озеро, а не в болото. Ну это как бы не озеро, но... Вот здесь где-то должна рыбка но быть. В тени, блин, ничего не видно. Ой, я тут плаваю. Не, здесь рыбы нету, она... Да я вижу, вот. Я так наобум, короче, а, штрихаю. А, рыбу. Да хоть посмотрю, как она выглядит. А, это не рыба. Да, это водоросли. Короче, рыба была... А рыба водится там, где вот эти вот штыки находятся. Понял? Какие, лилии, что ли? Не, где штыки вот эти вот палки ты брал, вот. А, я понял. Как будто кто-то ловил и оставил их там. Смотри, варан. О, так эта штука легко его заштрикивать. И броню себе одень. Сейчас мы его разделаем. О, так. В инвентарь, и там должна быть шкура. Нажми на нее левой клавишей. На красного. А, вижу вот справа, да. Одел? О, на руку теперь у меня на руке. Видишь, рядом с жизнью у тебя желтая такая полоска, это броня. Да, я понял. О, так надо побольше накачаться. Это же называется прокачка. Бараны не только еду дают, но еще и броню, так что баран очень выгодно. Я понял. Блин, ребята, игра очень классная. Честно, я даже жалею, что я в свое время пропустил ее. Ну а теперь даже рады, что теперь кайфую от этой игрушки. Это классно. Еще раз скачаемся. Во-ха, у меня теперь... Да, я вообще теперь модный пацан. Ведь в шкуре варана буду. Мне эта палка больше понравилась, вот атаковать ей. А мясо? Надо же мясо взять. Не, голова нам не надо. Блин, как же это классно все смотрится. Разработчикам просто респект. И уважуха. Вообще дерево как реалистично смотрится. Все. Пойдем. Побежали. Тут вот самое трудное это зайцы. На них просто ловушки надо ставить. Вот зайцев. Да ловушки... не быстрые. Ну, с таким штырем можно, кстати, залупашить его. Во, нашел грибы, можно их кушать. Смотри, лисички. Кушай грибы. Я кушаю. Это лисички. Во, пополнилась у меня жажда. Она и нет, она не жажду, еду восполняет. А, то голод. Голод у меня был просто полный. Но жажду тоже утоляют грибы. 100% тебе говорю, потому что добавилось. О, смотри, что нашел. Ну-ка. Озеро, здесь можно рыбу ловить. И кастрюлю нашел, можно воду кипятить. И рыбы здесь плавают просто меренно-немеренно. Воды, ой, рыбы здесь очень много. Здесь штук, наверное, 20 рыбы. Все, я добавил графику на ультра, все сделал. И теперь я вижу все. Вот теперь я все вижу, идите ко мне. У меня стала минимальная графика, я не знаю, ну, если... Теперь я вижу все. Вот смотри, я даже ловлю. Смотри. Одну за одной. А у тебя больше трех рыб в инвентарь не вместе, Димас. Я понял. Блин, пойдем неужели это графика влияла, как смола была? Я могу даже строить этот. Могу кипятить воду. Блин, графика вообще поменялась. Ну, теперь показываю 30 кадров. Пойдем на эту, на наш дом. Да, я вижу, бегу. Во, здесь тоже что-то такое. Вижу. А ну здесь рыба есть? Кстати, недалеко находится, да? От нашего места. Опа. Оп.
Блин, классно, теперь я вижу все под водой. Есть, поймал рыбку. Иди ко мне. А я сырую рыбу могу есть? Нет, отравишься. Еще отравиться можно. Так, сейчас пожарим рыбку. Все светлее стало намного. И ярче. Сейчас я воду еще кипячу, видишь? Да я вижу, прикольно. Я рыбку жарю и воду кипячу. Тебе рыбку тоже пожарить? Вот, все, я жарю две рыбки, Димас. Вот, я кушаю свою рыбку. Сейчас твоя будет готова. Скоро. Понял. Наблюдай. Есть. Кушай. Кушаю. Так, вода у меня еще не кипятится. Вода! Так. Сейчас я пойду в воду налью. У меня же недалеко здесь находится. Это ж. Я понял. Я здесь пока в нашем хозяйстве здесь поразбираюсь. Вот, а я могу птицу в воздухе вольнуть? Место. У нас очень я могу птицу? Место. Если птица так летает, я могу ее заштрикнуть? Да. Ты не заштрикнуть, ты ее просто убьешь. Я думаю, наштрикнуть прямо на копье можно. Вот, сейчас тебе воду погрею, на, будешь сейчас ты пить. Давай. Вот. Да, у меня все в порядке и так, четко. Га, здесь можно вот приготовить, что ты выбираешь. Упс, я костер поломал штриком. Случайно, я не знал. А, у меня все есть, чтобы заново все сделать. Я понял, на кастрюле, короче... Во, зажигалка у меня есть, я не знал. Значит, зажигалка есть. Вроде биг. Так. Значит, что у нас тут такого? Эта штука у нас, водосборник не забирается, потому что нету этого дождя. Дождя. Да, печально. Ну ничего, все будет. Здесь, знаешь, как-то реализм, потому что без дождя не будет он наполняться. Ну, по сути, мог бы утром, как бы, знаешь, типа, роса, туман садится, могло бы тоже собирать. Ну, а как оно в панцире будет на растениях, разве ж? Ну, да. Так, я сейчас пока только какие-то лекарства попробую сделать. Нет, мне не получается. Мне нужно еще какую-то траву какую-то найти особую. Кушаем. Да, я сегодня объедаюсь, блин. Всего. Все отлично. Там водичку ты пей тоже. Да, у меня нормально все. Хорошо. Так, водичка полная. Кастрюля в огне лежит. Так. Серьезно, здесь, короче, все расставлено. Куча голов надо. Три руки надо. Жесть. Просто жесть какая-то. Сейчас попробую сделать этот лук. Лук? Это вообще класс. Лук это классно. Что я могу сказать? Не, мне не хватает на лук. Мне надо еще больше палок. Так, сейчас палочек подобываю. Будем охотиться. Я буду охотиться издалека. Заяц, 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 дайте зайчика. Блин, не, его нереально поймать. Он очень быстрый, вы видите? Его не поймать. Блин, классно, блин, я что-то не то сделал, Димас. Я что-то другое сделал. То, что не сделал. Смотри на мои ноги, смотри, какую-то фигню я сделал, смотри на мои ноги. Да, а чё не дают тебе? Snow shoes. А, я так могу... тут что, снег есть? Да. Ого, ребята, здесь у нас еще впереди много всего подожди, интересного это... ждет. Snow to walk faster. Я могу быстро бегать. Класс. Я эпик. Могу быстро бегать по снегу. Неплохо, неплохо. Не спорю. Кастрюлька, видишь, здесь есть? Да-да-да, я вижу спальный мешок, кастрюля. Можешь подобрать ее. А ты водичку лежит. Пил, которую я делал? Да-да-да, у меня полное все. Хорошо. Все отлично. Так, значит, что мы будем дальше делать?
Не знаю. Давай построим дом на дереве. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, мой сын Ярик, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в The Forest, будем выживать, поднимать вам настроение. Если вы пьете, кушайте. Приятного аппетита. Ярик, поздравайся. Всем привет. О, мясо, отлично. Ярик, иди кушай. О, у меня полный желудок. У-у-у-у. Теперь можно идти на охоту и на рыбалку. Так, Ярик. О, все, о, теперь ты тоже сделал. Пошли, там озера есть. Ярик, бери, тут еще мясо есть. Кушай, кушай. Хорошо, я еще буду есть. Я все съем. Я много кушаю. Два мяса приготовил. Все, Ярик, пошли. А мы идем, идем на рыбалку с сыном. Поели, попили. А смотри, какая у меня шкура есть на руке. Ого, ты как маг какой-то крутой. А камни нам не надо. Так, давайте здесь тихонечко спустимся. О, там вода внизу. Не, не, туда не идем, туда не. Ярик, туда мы не идем. Давай, наверное, назад возвращаемся. Чуть не в ту сторону мы пошли. Так, дерево. Да нет, тут рядом вода есть. Да? О, я помню, мы тут в прошлый раз охотились. Все, идем, идем, идем. Надо аккуратненько, чтобы я не упал. О, ищем рыбу. Все, отлично. Так, так, так. Давайте, ребята, самое любимое начинается дело. Тем более возле дома, далеко ходить не надо. Все спокойно, да, не вижу животных. О, Ярик, смотри. Смотри. Может, не надо? Я вниз пошел. Я тоже с тобой, Ярик, иду. Исследуем пещеру. Вот это мы залезли с Яриком. Вот Ярик, у тебя ноги босые. Глубоко. Не печет в ноги канат острый? Там еще ниже было. Там, кстати, внизу какие-то дикие люди живут. Они нас бы убили по-любому. Это зомби дикие. Белый свет, наконец-то. Не, Ярик, ты какое-то что-то плохо придумал. Я иду рыбу ловить. Я, давайте, короче, костер воду маленький сделаю. Как воду попить? А вот. Я костер делаю. Я вижу рыбу. Большую. Ого, Ярик, смотри, сколько здесь рыбы много. Я палку нашел с головами. О, я нашел кучу мяса и тряпок. Я тень бью, а не рыбу. Умный человек. Да блин, я не могу здесь копьем бить. Ладно, давайте обойдем. Вот здесь. Нет, не могу. Красивая игра очень. Ярик, ты где? Я вижу, вижу. Делаю. Вижу. О, будем с вышки прыгать потом. Там вышка есть. Тихо. Во! Сколько рыбы! Ничего себе! Ярик, иди ко мне. Иду. Есть! Я одну поймал. Наверное, надо развести костер здесь и сразу ее жарить и кушать. А я там развел костер. О, Ярик, здесь уток добавили. Я чайки. Это не рыба, это утки плавали, я перепутал. А нет, это чайки, чьи утки. Я костер уже развел. Ну, рыбу поймал. Ярик, иди сюда, вот рыба. Давай, покажи, как ты умеешь ловить. Она за камень заплыла. Читерка. Рыба-читериска. Давай, вот она выплывает. Бей. Бей. Еще слишком далеко она. А, вот ее не видишь? Смотри, Ярик, есть рыба у меня? А у меня ее там нету. Есть. Жди, жди, сейчас приплывет. Здесь ничего нет. Как нам чайку поймать? А надо в нее копье кидать, наоборот, на кнопку мышки нажимаешь, плюс лево. Вот рыба, иди сюда, сынок. О, я рыбу взял. Вот еще плавают здесь. Видят, пап. Я сейчас попаду. Бей его, бей, бей, олененка, бей! Заради выживания! А где ты костер развел? Пошли. Вон там развел, в той стороне. Показывай. Жаль. Классно выживать, такая атмосфера в этой игре. Еще одного мочканем, давай. Еще одного.
Будет у нас много мяса, будем жить с тобой, поживать, оленей пожевать. Набежали, у меня слишком мало хп. Бегу со всей силы. Не, у меня много еды. Мясо пополнило мне так еду, что я теперь вообще не хочу ничего. А, я ж еще ягод поел. Ой, моя рыба, которую я готовлю, чтобы покушать. Во, мясище. А какую кнопку менять, я не помню. А вот Q. Не, не Q. R. Во. R английская. Рыба. Рыба. Жарим. Мясо жарим. Листья жарим. А, листья не жарим. Все жарим. Я вообще... Короче, попытаюсь на человека охотиться. Чё-то пробежала здесь только что. Чё-то было. Или птица пролетела. Короче, Пав, я сейчас буду охотиться на чаек. Давай. Сейчас поем и с тобой. Тут зайчик бегает. Там... А, там это он и бегал. Полные животы набили. Ну, как всегда. Птица летит. А можно копьем птицу убить, Ярик? Смотри. Да. Вот я косожопый. Сегодня тренировка. Метание копья. Птичка, дожди. Во, смотри, иди. Смотри, летит, летит, летит. Ху! Вот я дурачок свое копье выкинул. Смотри. Тут, короче, птица сюда как-нибудь присядет. Так, мне надо копье еще одно сделать. Папа, я зайчика нашел. Так, а где ты? Я на зайчика хочусь. О, птица. Ребят, попробую попасть. Ну что я такой меткий? Ярик, я птицу палкой в воздухе убил. Да как? Я зайца зарезал. Это было прикольно. Так, давайте еще делаем одно копье. Шкуру возьму его и мяско. Отлично. Пап, смотри, что у меня есть. Подожди, а как копье взять? Нельзя так его взять? А, Ярик, ты у меня жизни тратишь. А чё у тебя в руках? Голова зайца, которого я только что убил. Мочим, мочим, мочим. Ты чё на меня... Ярик, взять? Доставай топор. Топориком надо. Вы чё нас бьёте? Мы добрые. Чёрт, я текаю. Ну нафиг, я убежал. Да чё мне бьёшь? Папа, убегай. Нет. Не слишком много. Сейчас у меня энергия пополнится, мы с ним в схватку войдём. Ярик, я убил. Еще один, да? Я за своего сына порву вас. О, папа, я грибы нашел. Это мое мясо было. Ладно, я тебе сейчас пожарим. Давай, жарь мне еще мяско. У меня уже голода, третья часть нет. Ну, четвертая. Короче, я жарю себе хамелеона. Какого хамелеона? А ты что, хамелеоны есть? То варан. Ворон. Варан. Ящерица большая. Там варан еще один. Пап, смотри, там варан. О, Ярик, давай попробуем его убить. На корточках иди к нему тихонько, потихоньку на корточках. Не так быстро, стой. Так. Потихоньку иди. Блин, да не, он очень быстрый. Видишь глазик у тебя снизу, когда ты на контроле? А, понял, все, меня глазик никто не видит. Глазик это насколько тебя заметно. Сейчас он сюда обратно вернется, смотри. Так, я кушаю. О, давай проверим клетку для кролика, может что-то попалось? А чё ты моего хамелеона съел? А он вкусный. Не, Ярик, никого нету. Так они же тут еще не пришли. Понял. Это, наверное, они долго будут сюда ловиться. Ну подождем, подождем. Уже темнеет. Придется на аборигена кушать, чтобы пока заполнить. Да не, мы не будем аборигенов кушать. Ну, Ярик, не надо, он невкусный. Это фирменное блюдо, жареный абориген. Приходите, недорого. Давай я тоже лупану. Может, вкусная ляжка. О, неплохо, неплохо. Ярик, пошли в дом. Возвращаемся. Они сейчас в пещеру начнут лезть и убьют нас.
Надо тем более сохраниться. Ладно, ты будешь держать зажигалку, а я буду бревна нести. Завтра хорошо. Заберем вторые. Пошли, пошли, пошли. Прикольно придумали, команда. Вроде все спокойно. Они это наш дом не ломали. Так, 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 так. Где тележка? Я сейчас на тележку. Давай подожгу костер нам. Во. И листьев подброшу. Ярик, ну что, давай ложиться спать. Давай. Зет. Отличненько, ребята. Сейчас будет утро, светло и голодный будем. Не, не очень. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.